الأصل أن المرأة كالرجل في كل الأحكام إلا إذا ورد دليل. И основа в том, что женщина и мужчина они равны в приказах, то есть то, что приказано мужчинам, то приказано женщинам, кроме если нет указания на то, что именно для женщин. يصح للنساء الصلاة جماعة. Также женщины могут совершать молитву джаматом. وتأم مرأة بهم. И становится имамом одна из них. لكن لا تتقدم. Однако не выходит вперед. تقف في وسط الصف الأول. Она стоит в середине первого ряда. وتصلي كما يصلي الرجال. И молится подобно тому, как молятся мужчины. نعم. الأمور التي يعني لم يأتي فيها التفريق الأصل أن نقول الرجل كالمرأة في الأمور وفي الأمور التي فرق الشارع الحكيم فيها بين الرجل والمرأة لابد من التفريق. В тех вещах, которых ряд не сделал различия между мужчиной и женщиной, то они в этом равны одинаково. А что касается тех вещах, которых шариат разделил, то мы должны непременно в этих вещах разделять. يعني مثلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء المرأة كالرجل. Что говорит, касается, например, говорит, молитвы, которые совершал пророк сам, или вуду, который совершал пророк сам, то в этом мужчина и женщина равны. Также пост. Кроме как, если у нее идет хайд или нифас после родового очищения, тогда она не постится. И не молится. Мы сказали о том, что она должна читать Коран. فخير الأمور الوسط لا إفراط ولا تفريط. И лучше сделать так как бы середина, то есть не доделывать и не переделывать. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. И прошу Аллаха سبحانه وتعالى, чтобы он укрепил меня и вас.